Настоящий осетинский дом из настоящего осетинского гранита и такая же сторожевая башня. Казбек Чельдиев приехал специально из Северной Осетии, строит национальный дом по технологиям предков. Каждый кусок гранита разбивается и шлифуется вручную. Камень привезли с Осетии, специально с Осетии. Наши предки раньше строили все с камня. Камни разбиваем, они разбиваем все, колим, отбиваем и ложим. И так скрупулезно с каждым домом. В парке «Дружбы народов» их будет 22. Каждый как национальный музей, посвященный культурам народов Самарской области. Надо просто-напросто знать культуру каждого из народов, понять, как основа культуры всех народов похожа, а в основе этой дружба, взаимопомощь, уважение к старшим, сохранность природы. Все основные положения в каждой культуре, они очень похожи. Чтобы дома стояли крепко, перед строительством представители каждого этноса проводили свои национальные обряды. Освещали землю, прятали в срубы монетки, шерсть, пшеницу – символы достатка и благополучия. При строительстве этого комплекса, при создании, проведена большая научно-историческая работа, то есть по сбору информации, традиций, обычаев, строительства домов, уклада, жизни непосредственно людей разных национальностей, разных народностей. Около каждого дома устроят национальное подворье, посадят десятки деревьев. Здесь можно будет проводить национальные праздники, выставки и экскурсии. Парк частично откроется уже осенью, ко Дню дружбы народов 12 сентября. К этому времени будут готовы несколько домов и обустроены прогулочные зоны. Полностью этнографический комплекс «Парк дружбы народов» откроется в мае 2018 года. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.